Ой-ой-ой-ой. А что он там делает? Ну, подождите-ка. Ой, сюда кто-то бежит. Да. Одна девочка. Ой. Девочку зарезали! Он стреляет в нее! Ой, жесть. Здесь фиолетовая девочка еще идет. Девочка, убегай! Она убегает, давай, чувак, вы посмотрите на него. Вау, 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 вау. Тут розовая девочка, это норма? Это норма, да, это норма. Я тоже бегу. О, мы дверь закрыли. Нет, меня режут. Меня зарезали. Давай, сражайся, беги. Меня зарезали. Я могу континью нажать. За 20 робуксов. Я робукс, я заплатил, я теперь живой. Ничего себе, это читы за донат. Да, я теперь живой, фуф, я заплатил. Я видел, вон ты там лежал. Лежал, да. За меня уничтожил какой-то убийца. Вон ты пишешь. Да, ребята, что случилось? Где Даниэль? Нас атаковали. Где Даниэль? Даниэль, я не знаю, он сейчас придет, скажет, ребята, у нас все хорошо. Он, знаешь, вот этот убийца прям ко мне ножиком так... Просто уничтожал меня. Прям так, да? Да, я жив остался, я заплатил деньги. Ты ему заплатил, да? Да. Типа, братишка, не убивай, возьми 20 робуксов. Да, 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 именно так. И он сказал, ладно, я тебя прощаю. И пока немножко поживи еще. А смысл прощает его? Смотри, кто-то. Даниэль зашел. Даниэль, ребят, у нас все плохо, Даниэль. Ты там пока какал, нас убивали. И ты мне на весь экран такой поднялся. Нет, нас атаковал кто-то. И вот сейчас, конечно же, Даниэлю это не объяснить, потому что он думает, что все хорошо. Но люди-то пропали, и с этим ничего не поделаешь. Ну, а что ты не замечаешь, что у нас ребята пропали? Слышь, Дэнни, алло. Но он говорит, давайте, ребята, спать, завтра все порешаем. В смысле спать? У тебя 3 человека погибло, один откупился. Один откупился, да, я откупился. Я просто там стоял, думал, что же там с девочкой будет. Он резал ее, а потом на меня резко сагрился. А ты смотрел, да? Да. Ну да, а что, мне интересно было, что за убийца, что он будет делать дальше. Может быть, это ты все-таки? Нет, я сам себя убил, да, и сам от себя откупился. Ну да, я видел. Нет, не может быть такого. Все, утро, пойдем отсюда. Да, пойдем, надо нам сейчас в Хикинг, нам там сейчас прыгать надо будет. Прыгать? Я ну такой, знаешь, паркурчик будет. Ну, он неторопливый такой, не торопясь, его надо будет попрыгать, так что не на время, это можно не торопиться. Ну, хорошо. Вон он там сейчас справа будет, погнали прыгать, вот здесь вот, все, вперед. Кикинг, опс. А, кто толкается? Нет, они толкнулись. О, я выжил! Бултыхнулся! Как ты выжил? Они толкаются, дурачки, я блин! Я видел то, что ты бултыхнулся. Как ты выбрался оттуда? О, мой чувак тоже бултыхнулся! А у меня жизни чуть-чуть, смотри, половина хп теперь. А, да. Ой, жесть, ну мне там сейчас нельзя вообще ничего делать. Опасно. Вон там, но чувак. Ты вообще бултыхнулся там знатно. Да два раза бултыхнулся. Еще толкаются, блин. Это опасно вообще. А тут говорю, что дальше-то? Дальше просто мы проходим, и нам Даниэль говорит, о, ребятки, вы молодцы, вы настоящие паркурщики. И все, что ли? Можно не прыгать, значит? Ну вот, все, я прошел, мне дали покушать, я сейчас покушаю. Смотри, жизнь... а мне дадут покушать? Да, Даниэль, видишь, дал награду. Всё. Награда, еда. Он какую-то вафельку дал или что это? Вафелька с чем-то. Это мороженое вафель. Это мороженка, точно, это мороженка вафельная. Ням-ням-ням. А что, нас трое осталось? Нас осталось не трое, нас осталось пятеро. Нет. Что-то другие долго проходят. Ням-ням-ням-ням. А они вон там стоят, смотри, не хотят пройти. Девочки. Ой, ночь приближается, все. Мы сейчас будем отдыхать. И, надеюсь, больше ничего не случится такого опасного. Надеешься? И что, куда мы идем? Мы сейчас посмотрим. Так, я вот здесь вот уже не особо помню. Ага. Вот мы опять в самом начале, надеюсь. Мы в самый, да. А, тут сейчас надо будет у нас, смотри, дождь пойдет. Надо туда сразу встать в палатку. Вроде бы я помню, что здесь будет сейчас дождик. А ты в какой палатке стоишь? Опс, опс, я с девочкой, тут в палатке. Мы тут вдвоем. А больше никого здесь нету. О, сейчас минус одна палатка какая-то будет, да? Нет. Даниэль с вами, смотри, встал такой, говорит, подвиньтесь. Ну, а у нас здесь сюда свободно, так хорошо прям. А у нас тесно, здесь вообще дышать нечем. Ну-ка, Дэнни, выйди отсюда, иди, прикрывай нас. Нет, у нас...
Я за Дэнни спрятался, короче. Ну, нет, сейчас просто у нас этот потух, костер, надо будет ходить искать бревна. Бревнышки надо будет искать на костер, чтобы зажечь его, потому что холодно без костра, и надо кушать же все-таки готовить. Мы что-то бесконечно стоим и кушаем мороженку. Она кончится вообще или нет? Все. Девочка, выходи. Вот, все, мы вышли на улицу, погнали теперь искать бревнышки. Тут они везде. Ох, как темно-то, я не хочу искать бревнышки. Ну-ка, идите, ищите бревнышки, я здесь посижу, мне нормально. Тут, кстати, в деревьях есть где-то ловушки, но я пока их не вижу, и тут надо осторожнее быть. Ой, а я туда дальше не могу идти, почему-то. А ты один вышел, кстати? Мы не можем выйти. А, ну вот, все, я... О, вот, я нашел первую бревнышку. А вот, все, мы тоже можем выйти. Первое найдено, так, второе найдено, третье найдено. Еще два. Я не хочу искать. Да что ты такой бояк-то? Вот здесь вот бегаемся. Даниэль вообще стоит, говорит, ребята, давайте вы, мои работники, ищите. Ну, я тут с Даниэлем пообщаюсь, типа, нормально, что, как, Даниэль, жизнь? Жизнь хороша у него, видишь, стоит, ждет, пока он принесет. Все, молодцы, ребята, вообще красавцы. Да-да-да. Так, ну вот, все, мы, значит, костер есть. У меня жизни только мало. Жизни меньше, чем половину. Я мороженку пожарю. Да, жареная мороженка. Я тоже вот так поставлю. О, да, жареная мороженка. Да, жареных мороженок не хочешь, не? У тебя рука не сгорит случайно? Нет. Слишком близко. О, стоп, что происходит? Ты что-то говоришь? Я говорю, я что-то синюю что-то увидел. Я тебя подозреваю. Ты не синий. Надо меня подозревать, у меня мороженка не подходит. Ган, смотрите, оружие. Тут точно, дома же оружие, смотрите. Тут в домике оружие, смотри, лежит. Где? М4, смотри, лежит. Кольт, ничего себе. Ну-ка, что сейчас будет? Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет, да. Такс. А кто положил туда оружие? Девочка. Девочка-убийца. Ты меня пугаешь, девочка. Опа, она нашла оружие. Она... М-ку сейчас возьмет. М4, смотри. Оу, май. Ты что? Девочка, что ты делаешь? Они мороженки кушают, я тоже буду. Я тоже. Смотри, мы как будто фильм смотрим, кушаем мороженку. Девочка, не стреляй, пожалуйста, не стреляй. Не стреляй, она сейчас... Она кушает мороженку. Она не выстрелила, молодец. Она не выстрелила, красавица, молодец. Она не выстрелила, потому что она мороженку кушает и выронила пистолет. А другая концовка, которую я проходил, убивали Даниэля, и была концовка совсем другая. Вот она что, да. Так что мы сейчас должны дойти до конца и пройти нормальную концовку. Давайте сейчас посмотрим, куда сейчас надо идти. Сейчас вроде за Даниэлем куда-то надо идти. Кстати, здесь темно где-то будет. Надо будет упасть куда-то в яму. Я не знаю, где эта яма, я не помню. Где-то здесь должна быть яма. Я не помню где. Ну ладно, надо будет бежать просто за знающим человеком и упасть в яму. Возможно, он в той стороне, да, где-то будет яма. Ну-ка, давайте мы сейчас с вами вот так вот, вот сюда прибежим. Все, ночь у нас приближается. Вот яма, вон, все, нашел я ее. Где? Вот, подожди, это яма? Да, яма, вот она. Где? Вот рядом с этим домиком, вот здесь яма, видишь? Вот сюда. Запомнил? Да. Запомнил? Да, все, да. Все, надо все. В эту яму, короче, бежать, да? Да, надо будет в эту яму бежать. Хорошо, хорошо, окей. Дождь у нас идет сейчас ночью. Я вот не знаю, ночью будет сложно сориентироваться. О, мокрая эта яма стоит. О, кстати, да. Неплохо. Погнали, что ли, туда? Да, погнали. Оба. Что, народ, погнали. О, вот здесь сейчас, кстати, что-то будет. Опасное, наверное. И зачем мы сюда спрыгнули? Ну, сейчас что-то здесь будет. Ну, давайте дальше идти. Ой, давайте. Я там что-то сказал. Это да, меня, да. Это ты. Опс. Музыка пошла. Сейчас будет, похоже, какой-то паркурчик. Экшен. Оп, побежали. А, нельзя. Давай бежать. Да не толк... Даниэль! Что, все толкаются, что ли? Даниэль! Ну, заходите, давай. Где Даниэль-то? Вот, Даниэль. Бежит девочка эта. Ой, это девочка, что бежит? Я бегу. Она... А правильно. Вот, она? Вот. Ой. О, здесь змеи. Осторожно, аккуратно, змеи. Змеи, а как змеи. От них избавиться? Вот так, беги. А, сейчас, подожди. Сейчас надо дождаться всех и пробежать этих змей. Нет, пока нельзя. Надо всех почему? Дождаться. Даниэль что-то там завис сзади. Сейчас, подожди, посмотрим. А почему ну-ка. Нельзя-то? Ну, потому что Даниэля еще нету. Он сейчас бежит. Он, видимо, долгий какой-то. Может быть, ему срочно приспичило покакать снова. А-а-а, это змеи. Он как-то еще я сказал. Ек. О, смотри, побежали. Побежали. Есть, я пробежал. Воу, змей. Жизни очень мало. Обалдеть. Очень мало. Да, у меня вообще мало. Меня змеи покусали. Да меня тоже, смотри, сколько жизни. О, погнали, здесь сейчас надо. Вот здесь очень быстро проходить надо, прыгай. Ой, я не могу очень быстро проходить. Проходи. Я очень быстро. Падаю, я упал. Проходи. Я упал.
Я упал, я утонул. Ты сейчас купи, continue нажми. Или ты сможешь? Continue я нажимай, continue нажимай. Фу, давай, за 10 робуксов покупай. Покупай, давай, 10 робуксов. Покупаю. 20 робуксов. Давай, давай, покупай. А, 20, точно, я же за 20 купил. Вот, все. Все, окей. Это концовка, все, вот он есть. Убийца, ой, вот он убийца, ой, который бегал за мной. Да, это убийца. Это же Дэнни. Это концовка, ну-ка, давай смотрим. Так, тут, конечно, сейчас надо будет переводить. Знаете, кто я? Зак Нолан. Чё за Зак Нолан еще? Я не знаю. Но он Зак не похож Нолан. На Дэнни. Да. А, подожди-ка, это, короче, дровосек, или вот который в первом кемпинге был. Который защитник леса, как я понял. Да-да-да, чё-то типа того. Ой-ой-ой, ты чё, куда? Эй. Кто это? О! Это с первого кемпинга, чувак. Да, они встретились. Он, это... Подожди, он говорит, семья? Сын, это его сын! Нет, это сын, да, это сын. Это сын его. Ой. Что? У меня кто-то на весь экран. У меня тоже. Сын убил его. Ничего себе. Он спас нас. Все. Он нас спас. Ничего себе, я 20 робоксов отдал, чтобы на это посмотреть. Я тоже. Ну ты-то в самом начале. Офигеть. Вот это да. Продолжение следует? Или нет? Интересно. Да. Третья часть, значит, кемпинга будет. Жестко. Приколенько, приколенько, ребята. Интересно, интересно. Ну что, ребят, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.